Выставка попугаев, певчих птичек, грызунов, насекомых. Да? Ты бы это говорила дальше вместо меня. Золотой. А почему? Видите, у нее ожерелье такое. Многие посетители спрашивают, а что у него за ошейник такой? Думают, это была какая-то веревочка, но думаю, остался след. Это природа наградила его так. Держи. Ну подожди. И, наверное, не слышно будет из-за его рычания. Он вообще рычит, но он не агрессивный. А вот сейчас берет уже пищу с рук. Сейчас я попробую. На, Жакуся, мы его Жакуся зовем. Держи, видите? И он очень медленно будет кушать. Кушай, Жакуся. Он еще молодой, ему, наверное, 6-7 лет. У него все еще впереди, он же до 100 лет может жить. Вот это и Дашка, и Розелла, нимфа Карелла живут вот в этом вольерчике все вместе. Но когда приходят посетители, мы выпускаем вот этих птиц, Дашу и Розеллу, потому что они очень хорошо домой возвращаются, такие послушные. Ну, им же надо увлажнять свои перышки, чистить. Мы им помогаем вот в качестве тропического душа вот такая брызгалка. А так вот хорошо, им нравится, и они привыкли к этому шуму, сами подходят. Они всем своим видом показывают, что они хотят искупаться. Мы посетителям тоже позволяем это делать, особенно дети. Вот даем им в руки, все, работает тропическим душем. Ну и все, вот брызгает. Мы ее принцесса зовем, у него, видите, на голове такое пятнышко в виде короны, желтенькое. Вот мы ее принцессой назвали. И вот видите, как вот объедает листочки. Мы их берем в руки, предлагаем посетителям пообщаться поближе, рассмотреть их поближе, на ладошку даем. Он иногда улыбается посетителям. Сейчас как-то серьезно смотрит. Иди-ка ко мне сюда, дружок. У нас скорее это не выставка, а интерактивная программа, потому что у посетителей есть возможность сесть вот за этот стол и пообщаться очень близко с такими вот милыми зверюшками. Вот это шиншилла. И они у нас очень послушные, добрые, потому что мы правильно с ними общаемся, правильно их держим в руках и учим посетителей также. И тут поэтому не кусаются. Да, понимаем, они нас чувствуют.